Добрый день, с вами сайт 6262. Мы находимся на микрорайоне Химик. Здесь очень громко играет музыка, и ребятишки танцуют. Сейчас мы пойдем туда и узнаем, что тут происходит. Привет, а что тут происходит? Дискотека. А что музыка так громко играет? Потому что люди танцуют. Привет, что тут музыка так громко играет? Ну это второй день защиты детей. А ты что не танцуешь? Не хочу. Привет, чувак, а что тут происходит? А сегодня праздник. А ты не знаешь, что так музыка громко играет? Потому что сегодня защитный день. А вас никто не обижает? Нет. А почему музыка так громко играет? Потому что праздник. А почему вы не танцуете? Потому что я занята. А это рисунки, чтобы детей защищать, это их защита, да? Привет, девчонки, что тут происходит? Сергей, что тут происходит? Здесь происходит Международный день защиты детей. Все веселятся, все радуются жизни, все танцуют и отрываются. А чё музыка так громко играет? Для того, чтобы нас слышали абсолютно все и слышали нашу позицию о том, что мы открыты абсолютно для всех. Чем больше мы танцуем, чем больше мы двигаемся, тем больше мы живем. Итак, мы узнали, что здесь происходит празднование второго дня защиты детей, а музыка играет так громко, потому что все танцуют. Я тоже пойду танцевать. Малыш, что тут происходит?